Пожары, ЧС и экстренная помощь – ситуации, которые ежедневно могут произойти в любом многоэтажном доме. С этим страшно жить, но страшнее знать, что к тебе могут не успеть. И причина тому – перекрытые дворы. В 2008 году жители дома по адресу Челюскинцев 220 поставили в своих дворах вот такие бетонные блоки и огородили проезд в свои дворы. Первый блок появился еще в советские времена. Почему это произошло, жители говорить не захотели. Но их соседи подумали, что идея неплохая. Так, с 2008 года бетонные блоки появились на въездах 8 многоэтажек. А двор на Анатолия 224 стал в прямом смысле крайним, проездным. В проезжую часть превратилась и местная аллея, где весной сбили ребенка. Просто перекрыли свои дворы бетонными блоками. Вот. И теперь весь автотранспорт, все едет. И мусоровозы, которые едут вывозить мусор от этих пятиэтажек, едут также через наш двор. У них даже дети не играют. А их дети приходят играть к нам, к девятиэтажке, вот с горки покататься, с косогора. И там у нас под окнами орут. Сложнее ходить и к остановке, подъезд которой для снегоуборочных машин зимой тоже перекрывает блок. По этой дороге перестали ездить после появления блока и коллектора в 2008-м. После установки других ограничителей схема проезда стала выглядеть вот так, включая пешеходную аллею. Ну а по дворам теперь просто так не проехать. В 222-м доме находится станция скорой помощи. И в экстренной ситуации путь врачей, например, к 69-му дому мог бы выглядеть вот так, не будь блоков. Но из-за них приходится делать огромный крюк. Счет идет на секунды. Об этом и беспокоятся жители 224-го дома, двор которого стал проездным, и тех домов, которые огородились. Но открываться первыми они не согласны. Переживают, что и вдруг пожар вот так вот. Ну, открыть они тоже свой один двор, как бы не согласны. Ну, вот. То есть люди в безвыходном положении? Да, люди в безвыходном положении. За, чтобы открыть, но все дворы. По закону ограничивать территорию можно из соображений безопасности, но о них ли идет речь, узнать это почти 10 лет пытаются жители дома с проездным двором. С моей проблемой МЧС согласились, выехали на место и проблему озвучили прокуратуре. Прокуратура отказалась сделать выездную дополнительную проверку. И сколько я бьюсь, я не могу достучаться до властей города, честно. Угу. Мне очень обидно. Сегодня Ларисе пришел ответ мэрии. Там согласны, что бетонные блоки нарушают нормы пожарной безопасности. Территория аллеи вовсе принадлежит городу, но власти ограждения не убирают. В домах с перекрытыми проездами уже случались пожары, в том числе со смертельными исходами. Но выводы из этого никто так и не сделал. Земельные участки, как правило, сейчас все узаконены многоквартирных домов. Но это не означает, что это частная долевая собственность, и теперь ее можно вот оградиться и все. Есть еще такое понятие сервитут. То есть даже если территория относится к границе земельного участка конкретного дома, то если это проезд, то, как правило, он выделен как сервитут. То есть это говорит о том, что могут пользоваться не только собственники конкретного дома, а и прилегающие тоже. И у недовольных жителей есть два варианта – повторно обратиться в прокуратуру или в суд. Если прокуратура будет себя вести пассивно, или там захочется людям как-то эту ситуацию попробовать разрешить своими силами, им покажется это быстрее, они не лишены возможности обратиться самостоятельно с исковыми требованиями. Вот только суды могут растянуться на несколько месяцев. Сколько еще должно произойти пожаров или других ЧП, чтобы проезд открыли, никто сказать не берется. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком.